Congratulations, Andreas. The first few rounds, Gavin was so fast. Did you think he would be able to keep the pace up? Они сказали, что первый раунд Гавин был лучше, и ты думал, что ты его достанешь или нет? Ну, Гавин не был лучше, он просто активнее был, но я все время прессинговал его, но его удары все были неточные, по защите были. Это моя тактика была. He's saying that Gavin was not strong in the first few rounds. He was just active, but he was not strong. His punches were not that hard. Да, он он практически не попадал мне. Ну, пару было, ясно, что в размене пропускаю, и я, и он пропускал, но он мало точных ударов нанес. Some of the punches were not actually punched in stomach or something like this, so because he covered, he blocked Это himself. Моя манера, я так всегда дерусь. And that's his personality, that's the way he fights. How shocked were you? Only 20 seconds left of the last round and the referee stopped. How shocked was he? Когда 20 секунд перед тем, как уже было заканчивается, рефери остановил. Как ты себя это чувствовал? Ну, эти ощущения сейчас непередаваемые. Ну, слезы радости, чемпион мира. Не каждому дано стать чемпионом мира. И я благодарю Бога, что я наконец-то такой долгий путь прошел и сегодня стал чемпионом мира. Доказал не только самому себе и всем тем, кто не верил в то, что я могу. Well, basically, he's saying that was like in tears when he won, and he knew that he would be the championship of the world today. And he's now saying that basically that he's not everyone knows that he's a championship, but now, yeah. Это большая цель у каждого боксера профессионала, которая перед ним стоит. И я хочу еще добавить, что у моего тренера, которого я за него тренировался по любителям, у него скоро юбилей, 50 лет, и я ему сделал подарок. Он больше мне как тренер, как отец, можно сказать. He's saying that his trainer's got now 50 years of anniversary, and he make him a present. Congratulations. Thank you very much. Очень хорошо. Thank you.